А теперь подробнее. Нарвский музей собирается ходатайствовать перед целевым учреждением развития предпринимательства ЕАС о поддержке в 50 миллионов крон для осуществления проекта реконструкции Нарвского замка, что поможет повысить его привлекательность для посетителей. Будет произведена реконструкция восточного флигеля Нарвского замка, каземата Кристервал, предзамкового парка и будут проведены работы на западном дворе. Главная цель проекта – это восстановление восточного крыла, что позволит разместить там постоянную современную выставку и конференц-центр. В рамках проекта ожидается, что Нарвский замок улучшит существующую выставку, также будут и многие другие залы добавятся, где будут и новые выставки, а также в восточном флигеле появится новый современный конференц-центр, который будет предназначен не только для мероприятий, масштабы, которые сейчас происходят в Нарвском замке, то есть там свадьбы, это какие-то семинары, это концерты, но и даже для более крупных мероприятий, потому что будет зал на 170 мест. Это, естественно, и с современной техникой, и со многими другими новшествами. А билеты и также появится и сувенирный магазин, он будет находиться в каземате Кристервала около Южной башни. И там уже будет, естественно, и сувенирный магазин, который больше, у которого будет больше выбор, и также более современная билетная система. Ожидается, что и предзамковый парк улучшится, и так как там и облагородят и дорожки, и посадки, и надеемся, что может даже и фонтан. Уже в 2013 году в случае положительного решения ЕАС главное здание Нарвского замка будет полностью открыто для туристов и горожан. На данный момент восточное крыло сильно разрушено еще со времен войны, а в трех сотальных и в башне Дины Герман располагаются музейные экспозиции и выставки. Ну, общая стоимость будет порядка 60 миллионов, то есть можем ходатайствовать 50 миллионов. 8,8 миллиона, это будет наше самофинансирование. То есть, по условиям конкурса там 15% должно вкладываться самими. В предзамковом парке планируется создание детской площадки, замена освещения и прорежение деревьев, чтобы с Петровской площади открывался вид на Нарвский замок. Работники замка занимаются проектом ежедневно, ведь срок подачи ходатайства на получение поддержки по программе укрепления региональной конкурентоспособности – середина августа. Если Нарвский замок получит поддержку, то строительные работы могут начаться весной будущего года, а завершится реконструкция к лету 2013 года.